slava, tej chyż kugam galamba i każdy wiecie mnie spiesza na idiota mój. Которые хотят вообще узнать, что такое шоу-бизнес изнутри, попробовать поступить в РМИ и просто понять действительно, что это такое. Я скажу больше, на самом деле, РМИ дает людям то, чего они не знали. А если он дает новые знания тем, кто он знал, да. Вот представьте себе, да, вы приходите учиться, да. Вас пытаются толкнуть знания. Здесь никому ничего вталкивать не надо. Здесь приходят люди, которые верят в вас, которые хотят то, чтобы вы стали кем-то. А кем вы станете, уже зависит от вас. Студенты РМА нам очень помогают жить и строить то, что мы делаем в нашем замечательном бизнесе. А сегодня мы присутствуем, например, на запуске нашего интернет-портала вместе с компанией Microsoft. Как вы видите, это очень объемное мероприятие с большим количеством людей. Все они здесь сосредоточены, мы чувствуем себя в серьезном человеческом замесе. И без студентов РМА, наверное, это все не случилось бы, потому что ребята помогали нам во многих организационных моментах. Ну и что говорить, они нам помогают точно так же, как когда-то РМА помог мне, например, оказаться там, где я сейчас, и делать то, что я делаю в лице главного редактора журнала Billboard, презентовать всему шоу-бизнесу онлайн-платформу, которую мы запустили вместе с компанией Microsoft. Наверное, мы открываем какие-то новые стандарты для российского интернета и понятие музыкального развлечения в нем. То, что это происходит в такой теплой и домашней атмосфере, ну что говорить, люди сами говорят за себя, они довольны, им хочется шалить, а это дорогого стоит. Спасибо, RMA.